Пойдем, Гац. Идем, идем. Какую-то ящерицу увидел. Пойдем. Пойдем, пойдем. Не достанешь ты ее. Пойдем. Гац. О, блядь. Ебать, это жаба. Эй, 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 нельзя. Все. Жаба пиздец. Она еще живая. Похоже дело. Да, вот. Нельзя, гад. Пускай, блядь, парень живет, нахуй. Пиздец, все слюни, нахуй. Стой. Нельзя. Пойдем. Гац! Сказал, пойдем. Ебать, у тебя слюни. Фу, нахуй. Надеюсь, что жаба не была ядовитая, потому что у Гаца пиздец текут слюни теперь, нахуй. Эй, посмотри на меня. Да посмотри ты на меня. Пизда, нахуй. Ты че с тобой, блядь? У меня по-любому это... Какая-то, блядь... Чем-то она была измазана, нахуй. Защитным каким-то слоем, блядь. По-любому, нахуй. Он ее только в рот взял, и пиздец, блядь, началось. Ну-ка, дай, посмотри. Ебать. Надеюсь, ты не помрешь. Ну, если помрешь, блядь, это... Как бы... На твоей совести, ебать. Сам за ней погнался. Ребят, я вижу, что вы переживаете за собаку. С Гацом все хорошо. Я ему сказал, что если ты сдохнешь, блядь, точнее, не дай бог, ты сдохнешь, потому что я за него кучу бабок отвалил. Он пообещал мне жить еще и служить верой и правдой еще много лет. Завтра попробуем другую лягушку, более ядовитую. Вывезешь, Гаца?